Театральная площадь перед Ульяновским драматическим театром будет носить имя Клары Шатько. Там же появится постамент прославленной актрисе. Такое решение принято на встрече главы региона с министром культуры области. Также чиновники намерены занести имя народной артистки РСФСР в галерею выдающихся деятелей региона. Для этого власти намерены пересмотреть ограничения на одно имя в год, а также закон области об увековечении памяти, по которому должно пройти не менее 5 лет с момента смерти выдающегося человека. Необходимости ожидать 5 лет для того, чтобы принимать решение по имени Кларины Ивановны, я думаю, нет. Поэтому, когда мы собирались в преддверии встречи с губернатором и обсуждали именно эту норму, мы хотели бы выйти с предложением к нашему депутатскому корпусу, к правительству Ульяновской области, с тем, чтобы эту норму пересмотреть. На доме, в котором жила актриса, появится барельефная доска. Еще одно из намерений властей – присвоение имени Кларины Ивановны Шатько одному из учреждений культуры – молодежному театру Ульяновска, либо колледжу искусства и культуры, в котором училась любимица театральной публики.